Вот это обрушившиеся ветки вот с этого дерева. Простите за мою резкость, репортажка. И вот второе дерево, которое тоже разваливается по запчастям. Вот если мы вот здесь вот так вот хорошо наедем, мы увидим, что вот дерево, оно просто отломилось. А что я хочу сказать в завершении? Вот этот самый двор, где это произошло. И что я хочу сказать в завершение? Ребята, тополя разваливаются. Таким же образом рушились тополя на аллее любви. Они прям падали на скамейки. В общем, чтобы построить дом, родить сына и посадить дерево, если собираетесь посадить дерево на века, никогда не выбирайте тополь. Во-первых, они вот такие пушистые, а во-вторых, они разваливаются со временем. Я надеюсь, что администрация города увидит это видео. Относительно деревьев с пересохшими ветками в парке и дворах, хочется, конечно, большое спасибо сказать Евгению Конухину, потому что когда он был мэром нашего города, такого не было. Человек много путешествовал и приводил город в порядок. Данный мэр, который сейчас у нас был в Ангарске, находится под следствием. Да и вообще, когда он пришел, все перестало работать, все перестало благоустраиваться. А раньше даже иностранцев было не стыдно пригласить.